Всех привет и приятного процента. Продолжаем мы проходить FIFA 19 за Арсенал Лондон. Ну что, продолжаем. Чуть реже стали опять у меня серии идти. Не только у меня электричество, блин, тут ремонт все делают, блин, новые столбами, новые подземки, там все копают, что только не делают, блин. И плюс еще я приболел, у меня сейчас горло чуть болит, и из-за этого я не знаю, как будет на самом деле. Ну, посмотрим, у нас это будет. В этой серии у нас все же одна игра, потому что у нас ведь после этой игры будет финал Кубок Карабай против Фулхэма. Финал, который у нас будет происходить. А после него Кубок Европы. Ну, пока Кубок Европы первый матч, может быть, пропустим так вот. Быстрый, не быстрый игрой, а точнее я сыграем короткие. Ну, это повторение, которое там может произойдет. А второй матч, скорее всего, будет так. Ну, ладно, что у нас теперь? У нас теперь такая ситуация, что нам надо... Мне, короче, получится две короткие серии. Ну ладно. Лучше так сделать. Ну ладно, так, Чалов у нас уставший, это понятие, он слишком много играл. Цап у нас тоже меняется. Так, правый полузащитник. Левый полузащитник. Центральные полузащитники у нас вообще, да, фигово с ними, я так понимаю. Где Джак-то у нас? Что-то я что-то не доделаю, что-то я до конца досмотреть не могу. Что за фигня? А вот Джака, ну он, грубо говоря, уставший. Так, окей. Так, левый защитник у нас нету запасного. Грубо говоря, у нас травму он имеет. Центральный защитник тоже у нас травму имеет. Правый защитник у нас может выйти, это замечательно у нас на воротах этот раз. Блин, даже не знаю, типа, боюсь, я Трампа учу. Давай выпустим того тебя. Опять тебя выпускаем на левую защиту. Конечно, ты должен быть впереди, но, увы, в данный момент ты не способен туда выйти. Может, ты скоро можешь выйти, да. Если ты поднимешься, конечно, а так фиг тебя знает. Тебя уже лет, не знаю, сколько там, уже 23, блин. Значит, нормально, еще молодой. Еще может подняться. Так, ну ладно, давай таким составом будем играть против Ньюкасл. Юнайтед. Соперник такой, не сказать себе, плохой. Но мы давай первое место занимаем. Эвертон еще не сыграл свой матч. И из-за этого у нас еще пока колеблется первое место. А там посмотрим, что у нас дальше. Ну что, выходим на поле. У нас будет... Мы будем в гостях играть. И повторяюсь, в этом летних... В настоящее время, то в смысле летних трансферах и все остальное. Какого игрока купит Арсенал, я, конечно, тут скажу об этом. В данный момент только слухи, и это я не буду общаться над слухами. Так, дальше что еще? То, что сейчас вошел уже Adidas, теперь форму будет делать для Арсенал Лондона. Грубо говоря. Блять, ну ты врезаешь, столько и врезаешь, больше ничего так не уменьшил. Ну ладно, переходим к матчу. Он уже забил больше всех в лиге и сегодня постарается забить еще. Игра вот-вот начнется, оставайтесь с нами. Че, матч, на чем можно сказать? Стадион Сент-Джеймс-Парк, один из самых громких стадионов Англии. Здесь играет Ньюкасл. Константин Генич и Георгий Черданцев работают на матче в качестве комментатора. Да, дорогие друзья, мы с вами в ожидании хорошего матча. Матч сегодня должен получиться страстный, зажигательный и, как мне кажется, результативный. Давайте смотреть. Арсенал забил больше всех в этом сезоне. Это самая результативная команда лиги. И, конечно, попробует свое звание одной из самых забивных команд в лиге в очередной раз подтвердить. В общем, я думаю, матч будет сегодня очень увлекательным и интересным. На экране состав команды хозяев. Уважаемые болельщики, на экранах расстановка команды на эту игру.
Да, и как мы видим, один из форвардов сыграет немножечко в оттяжке. Ну что, они сегодня решили сыграть в агрессивном стиле и забрать мяч себе с первых минут. Если соперник на то согласится, в чем я, конечно, сомневаюсь. Под высоким прессингом играть сложно, но можно, если к тому быть готовым заранее. Так что посмотрим, кто лучше изучил соперника перед игрой. Thank you, St. James's Park. Enjoy the match. Ну что, начнется матч, сейчас Ньюкасл начнет в середине поля у нас. Вот их не первый пас, это замечательно. И наш нападающий побежал вперед, то только ничего не смог сделать. И тут тоже самая ошибка. И мы выбиваем мяч в аут. За боковой будут мяч в игру вводить они. Это не очень хорошо, на самом деле, не очень хорошо. Ну что, мы продолжаем игру. Игорь Субель. Может получиться интересная атака. Пас проходит, замечательно, мы по флангу проходим. Какой-то ты медленный вообще, пиздец. Вижу тебя. Этот цап вообще просто золотой человек, и вон забивает гол спокойно. 1-0 на 5-й минуте. Арсенал забивает гол. Цап. Это просто цап просто вытаскивает в матче. Он просто атакующий игрок, можно говорить. Мячу уже просто некуда было деваться. Чтобы не попасть с такого расстояния, надо было очень сильно постараться. Гол заслуживает того, чтобы увидеть его еще раз. Игра возобновляется после гола. Ну что, замечательно просто. Первый гол мы забиваем на 5-й минуте. Забивает на ЦАП. Лучший нападай, лучший забитый голов ЦАП. Я думаю, скорее всего, в лиге. Так, тут офсайд мог быть, но увы, ничего не происходит. И пас не точный, и мы мяч перехватываем. Но мяч опять перехватывают они, опять мы опять. И тут у нас какая-то беспредельница творится. Мяч наш. По флангу передаем, но он что-то у нас вообще скорости нет, нифига. Надо бы посмотреть, стата бря, а тут у нас травма. Травма игрока, и тут удар Лена спасает эти ворота. Нет, слишком много слов, и мне за это, может, не знаю, слышно, не слышно. Крепкий голос. Ну что, мы продолжаем дальше. Мяч летит в центр штрафной. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Хороший пас. Ну, куда такой штрафной пас давать? Ну, как-то не точно. Если он не подбежал, бы было очень плохо. Колесо. Я тоже не побежал, значит, мы обратно не даем пас. Ну, нападающий не успел ничего. Это не нападающий, это наш ЦАП. Отличный ЦАП. Блин, как ты близко-то побежал. О! Вот в перехват. На фланг. Только фланг у нас не выходит. И тут у нас мяч оказывается у нас. Это самое главное. Джак. Колесо. А, это еще у нас центральный полузащитник, что ли, получается? Ёб твою мать. Какие у нас проблемы вообще по травмам? И что у нас перехватывает? Мы в атаку. И наш игрок не успевает за мячом, его отбивает спокойно. Но мы можем взять с мячом, остаться там, оставим с мячом. Это замечательно. И неточный пас сделал наш игрок. Насколько было это неточным пасом. И тут хороший удар по воротам сейчас может быть, но Лена спасает наш ворот. Но мяч у атакующей стороны. А, это ошибка. Мы уже отняли его давно.
И опять пас не точный у нас. Опять пас у нас не точный, это очень плохо. Очень плохо с неточным пасом, который у нас могут погубить в будущем. Арсенал с мячом на фланге и есть куда бежать. Ну, мы продолжаем игру, даем пас вперед. Есть вариант развития атаки. Табарят не успевает игрок делать пас, его отнимает мяч. Не об атаке, как они потеряли мяч. Есть возможность быстро. Сейчас Ньюкасл у нас атакует наши ворота. Сейчас посмотрим, что за это будет. Он ничего не выходит. Удары хотел нанести, но ничего не получается. Мы перехватываем его спокойно, забираем себе мяч и даем пас вперед. У нас фланг бежит. Но нет, его догоняет защитник и отнимает мяч. Но мы обратно отнимаем мяч, обратно пас даем. Но куда такой пасы? Ну куда такие пасы-то? Самый настоящий подвиг мы сейчас видели в исполнении защитника. Команде впору поставить ему пасы. Ну давай, бегись, а дубль бы мог бы сделать. Мяч, ну все, мяч убиваю на 33-й минуте. Ну, мяч наш. Мяч наш. Запакоста. Слишком устали мы, конечно, у нас слишком много матчей в последнее время. Скоро травмы у нас пошли. Особенно левые защитники, вообще проблема у нас. А вот этот хороший пас, мы спокойно перехватываем. Не может никак команда зацепиться за мяч, и вот на блюдечке преподнесла его соперник. Ну куда такие пасы давать, куда? Фабиан Шер. Мяч остался у них, так что свисток молчит. Хороший пас на Клоп. Хороший удар снова, но Вена справляется. Но это для них. Вот пацан это получает у нас. Гранит Джака. Грубо говоря, время, и мы теряем мяч. Снова с пасом неточным. Как-то слишком у нас слишком атакующий получается футбол. Но тут спокойно мы отбираем мяч. Передача, нужно собраться. И мы, блядь, контратаку делаем, но только эта контратака ничего нам не принесет. Игорь Субель. Напрашивался этот пас через... Что мы будем делать? Мы будем делать так. Меняем. А куда там менять-то, ё-моё? Это у нас... Да, это Трамп, получил 88. Блядь, это слишком жестоко. Самый лучший игрок у нас пройти в арсенале, по-общему. Больше талантов, и тут опасный момент, но вратарь просто... Ой, блядь, штанга просто нам... спасает нашу ситуацию, и мы даем пасы, продолжаем игру, и мяч у нас перехватывает снова. Добавляет дополнительное время, он перехват, ну как так, а? Прям взять, потерять мяч на самом интересном месте. Все, свисток, первый тайм заказывает счет 1-0. Завершен первый тайм, и пару слов о нем, точнее о команде, которая проигрывает. Я не знаю, что у них случилось. Да, я тоже не знаю, что случилось. Мы продолжаем дальше матч, переходим ко второму тайму. Ну что, теперь мы начинаем среднее поле. Первый тайм. И через пару минут надо поменять травмирующего нам игрока на молодого нашего. Но он не слишком молодой на самом деле. И это у нас американец, который так и не поднялся здесь. Почему, я не знаю. В FIFA странно все сделано. И тут такой пас, не знаю куда, бля, нафига назад был давать. Так, а тут хороший пас у Ньюкасла, может перехватить спокойно. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Хороший пас. Продолжаем дальше. На забег. И есть куда бежать. Наверх не прошел. На пути мяча встал защитник. Игорь Субель. Хорошо увидел партнера впереди. О, какой пас-то, блин, а. Продолжаем мы дальше в том же духе. Да, следующая игра у нас против Лукэм 25 февраля. Это у нас финал Кубок Карабай будет. Вижу тебя, только не тому. И мы переходим к тому, чтобы изменить пару игроков. Чак вообще уже все выдохся, но я не могу изменить никак. В данный момент. Игроки слишком уставшие. Слишком уставшие. Я даже не знаю, как мы будем играть. Финал Кубки Карабай. Слишком много игр у нас. А тут хороший пас.
для них. Ну, наш игрок успевает, и вратарь спокойно его дает пас обратно. Талисо. Запа Коста. Давай, пас. Все верно, пора сместить назад, не будем торопиться, у нас гол уже есть, мы уже побеждаем в этом матче. Блять, ну это вообще просто жестоко была ошибка у нас. И Нюка забирает мяч. И снова точно. Он сегодня просто великолепен в игре. Не говорите, вообще просто Нюкас у нас проявил сибрини, штанга и вратарь. Мы уже давно проигрываем этот матч. Ну это удар выше ворот. Ничего это им не даст на данный момент вообще. Вот у нас пошлись замены на 64-й минуте. Как раз самый раз, самое то. Джак у нас слишком уставший, может за это провести травма. И это очень плохо. Ну что, выбиваем мяч. Лена выбивает у нас мяч. Мы продолжаем игру дальше. Гранит Джака. И еще один прекрасный пас в его исполнении. Ну куда такой пас давать, а? Герард Морен. Вижу удар тебя, и тоже удар будет, но, увы, его закрыли. Успели закрыть защиту Ньюкасла. Успели закрыть. Ёб твою мать, ну как так можно было, а? Вот он, америкашка наш бегает. Мерфи. Ну и что у нас творится? Мяч будет введен в игру из-за боковой. Мяч уходит в аут. Замена у нас уходит. У Ньюкасла у нас замена. Абсолютно понятное решение. О, желтая карточка. Ёх ты мать. Они мы на красный могли их посадить. А у нас сейчас ничего не получится. Фабиан Шер. 20 минут осталось играть. Хейден. Хороший пас, продолжаем дальше игру. Зоны. Самое время контратаковать. Саму Кастильеху. Продолжаем дальше. Хороший его пас. Навес на фланг. Другой, но, увы. Этот игрок был закрыт, и это было видно издалека. И произойдет замена. Надежда, может быть, какая-то появилась. Ну что, мяч мы сюда даем. Смещается в центр, ищет возможность для удара. Удар поворотом, но этот, с этим рикошетом мы ничего не смогли сделать. Мяч спокойно забирает у нас вратарь. И мы продолжаем дальше игру. У нас одна замена осталась, то кого заменять не знаю. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хороший. Хороший был навес. И удар был тоже очень хороший, но Ньюкасл не смог реализовать его. А, тут еще рикошетик, что я так я понимаю, был чуть-чуть, да? А не было. Все, это удар был замечательно. Значит, удар от ворот. Много еще играть. 10 минут. Мы спокойно забираем мяч снова. Арсенал выигрывает с разницей в один мяч. Запа Коста. Джак. Очень хорошо. Давай, беги. Навес. Ничего навес не получается у нас. И мяч у нас, и мы бьем поворотом, но, увы, не сбиваем. Но прямо в руки вратаря. Шанс-то был хороший, а, согласитесь, обидно такой загубить в последний момент. Хороший пас на ход. И подача туда, чтобы... Ну, врата тут спокойно тоже забирает этот мяч. Вратаря. Вряд ли так было задумано. Очень неприятная травма, судя по всему, потянул он мышцу. Бля, только не Сапа это, вот Коста. Это не хотел я. Есть. Мы не можем по травмам терять игроков вообще никаким чудом, и тут хороший момент. Ну, пас-то назад-то зачем? Две минуты не прозвучит сколько. Ну, и где же навес? И подает штрафную. Ай, блин. На этот раз взломать оборону не получилось. Мяч выбил. Не, все хорошо. Ньюкасл молодчина. Хорошо играет. И все, свисток.
Ну, вот заканчивается у нас матч со счетом 1-0, мы побеждаем. Тяжелая была игра. Простите за случайный дотронулся до микрофона. Да, думаю, голос, я думаю, неизмененный. Конечно, тарать ничего нельзя, мне вообще ничего нельзя громко говорить. Грубо говоря, говорю, как он, возможно, у меня есть. Ну что, в этом матче мы побеждаем за счет 1-0 Ньюкасл Юнайтед. Можно сказать, поздравить парней. 3 очка английской премьер-лиги нам добавляется. Это у нас, получается, 4-я победа подряд после мячей 2, которые мы играли как раз против... Как раз, когда мы против играли... Ну да, тут ничего особо интересного не было. Против Манчестер Юнайтед и Ливерпуля. Ну что у нас? У нас 0-1 по головам. Ударов 6-3, ударов 3-3, владение мячом 47-53%, по мячу 9-4, ношение 1-0, шутов 1-0. Травма 1-2, офсайдов 0-0, головы 1-2. То, что удары 50-100%, то, что пас 83-84%. Такой у нас матч. Мы в гостях забираем 3 очка. С Ньюкасл забираем. Манчестер Сити побеждает Сток Сити. Тоттенхэм побеждает 3-0, видно. Эвертон 4-1, только этот матч, я не знаю, как он там будет считаться, и у нас видно впереди. И мы переходим к почте. Перед конференцией мы сейчас пообщаемся, конечно, и помотивируем нашу команду обязательно. Так, по поводу трансфера, на 2 миллиона полагают вот за этого игрока, мы его продаем, да, мы его продаем, это вратарь наш. Да, я согласен, только там не было все прогресс. Травма игрока 2 месяца, это очень плохо. И мы пропускаем деньги. После пропущения деньков, конечно, мы будем заканчивать серию, но при этом мы перейдем к таблице английской РПЛ. Да, финал есть финал. Что будет впереди? Так, не сюда я хотел зайти. Я хочу сюда зайти. Да, я знаю, что мы в финале. Я хочу перейти в английскую премьер-лигу. Английская премьер-лига, мы на первом месте в данный момент, пока Эвертон сыграл в свою игру. И он перегнал Лестер. И Лестер опустился у нас вообще на 24 место. Но у них одинаково по матчу Тоттенхэм Ливерпуль. Значит, мы на первом месте. На 2 очка стоит Эвертон от нас. В данный момент, я так понимаю, они ничью сыграли еще добавок, да? Ничью и победу. Все ясно, все объясняет, все замечательно. Ну ладно, ничего такого страшного нет. Тут Челси, Манчестер Сити тоже может. Ну, мы... Пока на первых местах, и первую четверку у нас попасть в Лигу Чемпионов в любом случае надо в этом сезоне. Это как ни крути. Должны попасть в Лигу Чемпионов. Не как в реальной жизни, как Эмери, конечно, в конце сезона. Ну, блин, непонятно была ситуация, конечно, что там случилось, тоже непонятно. Но я скажу честно, отыграл он топ-6, мы хоть больше очков стали зарабатывать в этом сезоне. Ну да, не повезло. Эмери первый сезон, я его не виню. С первым сезоном я ничего не скажу. Второй сезон еще как-то будет знак под вопросом. А первый сезон я бы, как и клуб, как настоящий клуб, на самом деле, дал бы время. Ну ладно, на этой ноте мы заканчиваем. Увидим в следующей серии других упражнений. Всем удачи вам и пока, господа. И дамы, если кто-нибудь смотрит. Ну что, запись заканчивается. Ха.